В неделю преподобный Марии Египетской архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон совершил богослужение в храме чуда Архангела Михаила в Хонях, пристроящемся Свято-Успенском кафедральном соборе Майкопа. Владыку тепло встретили настоятель, священник Георгий Кинцурашвили и прихожане. Воскресная литургия – день, когда большинство прихожан собирается вместе на соборную молитву. Они исповедуются, причащаются, молятся о своих родных, о мире на Святой Руси. Воскресение – это светлый день, когда душа человека очищается и оживает. Этот небольшой храм уже не вмещает всех, кто приходит. Прихожане с верою молятся, чтобы строящийся собор как можно скорее был достроен, и богослужение проводили там. Я сердечно благодарю отца-настоятеля, отца Георгия за его труды. Вместе со священниками, с деканами, на всем месте святом трудящихся и строителей, и вас, дорогие мои, прихожане, то, что вы, оставив земное, пришли сегодня возблагодарить Господа и прославить Его воскресение, участвовать в божественной литургии, причаститься святых христовых таинств. Я вас поздравляю с причастием. Отец Георгий от лица прихода выразил благодарность владыке Тихону за архипасторский визит и пожелал доброго здравия и помощи Божией в архиерейском служении. По окончании богослужения его высокопреосвященство посетил строящийся Свято-Успенский кафедральный собор. Сейчас здесь ведутся отделочные работы. Алтарь и центральная часть храма практически завершены. Потолок под центральным куполом был запенен. Владыка Тихон отметил, что важно оставить часть стены с написанными именами людей, которые покупали сертификаты на именной кирпич. Это будет напоминать каждому приходящему о том, что строился собор силами и молитвой простых людей.